5 мая 1762 года в Петербурге был подписан мирный договор между Россией и Пруссией, положивший конец войне между этими двумя странами, которая проходила в рамках Семилетней войны 1756-63 годов. Договор провозглашал вечный мир и искреннюю дружбу между Россией и Пруссией. Этот договор стал возможен после смерти российской императрицы Елизаветы Петровны и восшествия на российский престол Петра III, для которого король Пруссии Фридрих был кумиром. Россия возвращала Пруссии все территории, занятые в ходе войны, и обязывалась предоставить Пруссии свои войска для ее победы над Австрией. Несмотря на то, что этот мир был одной из причин переворота, совершенного Екатериной II, результаты Петербургского мира фактически никак не были ею оспорены. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь.